Я вітаю вас в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв». Якщо у вас є бажання, час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої я пропоную вам, друзі, налаштувати свої серця на духовний лад. І в цьому нам допоможе наш сьогоднішній гість – поет Валерій Мурад'янс. Валерій Владимирович, здравствуйте. Спасибо большое, что, несмотря на занятость, вы приехали к нам сегодня в студию. Приехали и украшаете сегодня нашу студию. Украшаете сдержанно, но очень достойно. И я предложила нашим телезрителям настроить свои сердца на духовный лад, потому что и дни такие сейчас идут, правда, телезрители? И ну что может быть лучшего, чем настроить свои сердца на духовный лад с помощью стихов. И Валерий Владимирович сегодня готов для вас, телезрители, читать свои стихи. А они, поверьте мне, того стоят. Валерий Владимирович, вы сегодня живете в Николаеве. Но мы знаем, что вы, телезрители, наверное, тоже знают, если не знают, то сейчас узнают, что вы потомственный сибиряк, правильно? Нет, не потомственный. Рассказывайте. Я просто родился в Сибири, а потомки мои армяне. Армяне. Вы армянин, родились в Сибири, живете на юге Украины, живете в Николаеве. Да. И пишете стихи. Ну, да. Я себя классифицирую так. Сибирский армянин украинского разлива. Здорово. И поэтому, чтобы мы не были голословны, Валерий Владимирович, давайте начнем читать ваши стихи, вернее, вы. Ну, первое стихотворение – это «Камчатка». Я его так по порядку расставил. Очень богатый край, и он как-то меня вдохновил очень хорошо. Я в течение 20 минут написал это стихотворение. В течение 20 минут? 20 минут. Я по сопкам Камчатки шагал и дышал свежим запахом моря. Шапкой снежной покрытый вулкан видел, видел камчатские зори, красоту чередующих гор, огибающих бухту Авачу и людей, что сейчас там живут. И кому этот край предназначен, ноги в источниках грел, впитывал соль земли, чтобы болезни меня потом стороной обошли. Предки нам завещали, что мы благородными были, и то, что они открывали, мы бы ценили, хранили. А чтоб потомки наши помнили, историю не распыляя в дым, Петру и Павлу возвышается в граните, апостолам, первопроходцам и святым. Здорово. Валерий Владимирович, говорят, что люди, которые родились на севере и прожили там какое-то время, они впитывают в себя эту энергетику севера, и они являются не только физически сильными, но и духовно сильными людьми. Ну, знаете, здесь можно поспорить немножко. Но вот у меня есть, я в память своему отцу написал стихотворение. Оно такое довольно-таки серьезное. Широтой роскошная Сибирь, неугодных всех сюда ссылали. Шли этапы, разный был народ, здесь они блистали кандалами. А по сути были все равны, без суда, без следствия, без рода, жесткой усмешкой, как клеймо. Ты никто, ты просто враг народа. Мой отец, мальчишка юный, только на 7 лет один ответ, был в плену, отправлен по этапу, свои неполные 17 лет. А потом осваивали быт и тайгу, от края и до края добывали уголь в рудниках. Что поделать, если жизнь такая? Сглаживали годы эту боль, а мороз трещит и воздух сушит, закалялись прямо на ветру, скомканные судьбы эти души. Так людей Россия не жалела. Продолжая путь из века в век, если ты в стране этой родился, значит, виноватый человек. Широтой роскошная Сибирь, золотые россыпи и дали. Если побывать там не пришлось, так вы ничего не потеряли. Сибиряки, народ особый, на каждом долгая статья, но жили так и даже верили, скользя по грани бытия. Врываясь в этот мир неосторожный, мы эту жизнь прожили, как могли. А после нас, а после только холмик, да крест еще на теле у земли. Очень глубокое стихотворение, Валерий Владимирович. А будьте добры, то есть ваш отец, насколько я поняла из вашего стихотворения, если можно несколько слов о нем, он был отправлен в Сибирь? Он, да, он родился в Донецке, в 15 лет его отправили
забрали немцы в Германию, он в плену отработал, и неполные 17 лет его как... Он вернулся на родину? Нет, никуда он не вернул, нет, он его отправили в Сибирь. Прямо вот, из Германии? Прямо из Германии этапом отправили в Сибирь, там он родился, я там родился, ну и там, в принципе, там он и умер. И умер в Сибири? Да. А вы потом, прожив какое-то время в Сибири... 38 лет. 38, ну так это не какое-то время, это ого-го. Ого-го. Это жизнь? Ну вот 30 лет я уже живу здесь, в Николаеве. Почти. А вот вы сибиряк, 38 лет прожили в Сибири, а потом приехали сюда на юг. Такой контраст. Может быть, поэтому ваши стихи так пронзительные? Да нет, ничего особенного, я просто давно уже пишу стихи, но мне нужна тема. И вот если тема пришла, я ее облагораживаю в словесной форме и предоставляю своим друзьям и тому, кому нравится моя поэзия. Валерий Владимирович, но вы же не сразу, вы не с юности начали писать стихи? Да, с 15 лет. С 15 лет. И интересно, что большая часть людей в юности, в детстве пишут стихи, но потом как-то жизнь закручивает, и этот дар не то что утрачивается, но уходит на самый-самый-самый дальний план. А есть люди, которые, если пишут стихи, то эта поэзия, дар поэзии идет с ними рука об руку по жизни. Но это в душе. В душе. Это в душе. А на самом деле я хочу сказать нашим телезрителям, что Валерий Владимирович, он руководит крупной компанией, вообще он человек технический, но видите, какие стихи рождаются в душе нашего гостя. Ну, на сегодняшний день, будем говорить, она не шибко и крупная, но такая ситуация и обстановка такая. Но, ну, тем не менее, стихи льются из вашей души. Что да, то да. Тогда пусть они льются и в нашем эфире, Валерий Владимирович. Ну, давайте, у меня есть такое хорошее стихотворение. Оно как раз вот к теме праздника. «Перекрещусь, войду в храм Божий, у алтаря постою, помолчу, отражаются ли ей святые, я зажгу и поставлю свечу. Пусть горит светлый лучик надежды, капля света свечи восковой, я сегодня стою нараспашку, со своей нараспашку душой, что наша жизнь? Одно мгновение, и все у Бога на виду, на паперти раздам монетки и с покаянием пойду. Мы долго бредили во мгле, а в одночасье протрезвели церквей, зазолотились купола, глаза и души потеплели, посветлели». Как бы хотелось, чтобы действительно... При виде золотых куполов светлели души, и вот об этом говорит ваше стихотворение, а вы, я так поняла, что эти стихи рождаются, вы не сидите, не раздумываете над каждым словом, а стихи рождаются сами, то есть не сами, они приходят к вам? По-разному. По-разному? По-разному бывает. Однозначно нельзя сказать, что вот, ну, когда тянет, я сразу беру авторучку, или, как говорят раньше, перо, и начинаю. Вот есть такая песня «Есть только миг между прошлым и будущим». Именно он называется «Жизнь». Так и у вас перекликается вот стихотворение, которое вы только что прочли, что вот этот миг, который называется «Жизнь», но его ведь тоже нужно прожить. И желательно прожить достойно. Ну, знаете, я что хочу сказать. Жизнь – это не количество прожитых лет, а это те мгновения, которые мы помним, которые запоминаем, которые остаются на душе, которые мы помним. Вот это жизнь, это стихи, это все, это история. Это история. Мы сейчас с вами до эфира говорили, вы сказали, что две дамы сопутствуют человеку в жизни. Какие дамы? Ну, я же говорил, это история, удача и... Выскочило это слово. Ну, пусть будет так. История и удача. Надежда. История, надежда и удача. Тогда три дамы. Да. Почему? Потому что историю пишет сам человек. Вот он какой есть, такая о нем история. Надежда и каприз. Но история расставляет все по местам. То есть, как бы ни было, она все расставляет все по своим местам. Ставить, ну, да? А эти две дамы капризные. Надежда и удача. Их надо...
как вы сказали, миг. Вот этот миг надо их ловить. Да, ваше благородие, госпожа удача. Да. Для кого ты добрая, для кого иначе. А чтобы удача поворачивалась к людям, что помогает повернуть удачу лицом к себе? Вы знаете, иногда человек попадает в такие условия, когда ему бывает тяжело и трудно. А удача – это стремление достичь чего-то. Вот когда ты стремишься и чего-то достигаешь, тогда все, все у тебя ладится. То есть удача к клиенту не приходит? Нет, она посещает иногда. Или не может удача. Быть, но ты ее должен поймать, эту удачу, поймать, обнять, приголубить. Друзья мои, вы, пожалуйста, запомните советы нашего сегодняшнего гостя, поэта Валерия Мурадьянца. И если к вам заглянет удача, вы ее обязательно встретите, приголубьте, чтобы ей у вас понравилось. Да, Валерий Мурадьянца? Да, наверное, так. И чтобы пока в раздумье и в ожидании удачи, господа, звучат стихи Валерия Мурадьянца. Ну, я написал это стихотворение. Оно звучит примерно так. И каждый раз молю, Господь, детей в дорогу провожая, ты их спаси и сохрани, и вслед крестом их осеняя. Так мама делала моя, и бабушка, наверное, тоже. И мы в стремлении своем и по родству души похожи. А им-то что до наших дел? Они по жизни эгоисты. Но пусть их светил, будет путь и помыслы. Пусть будут чисты. Вот так живем, в заботах и тревоге, определяя путь свой на земле. И я молю, пусть помогает Боги, всем помогает, и тебе, и мне. Друзья мои, и вам, и мне, и вам, и Валерию Владимировичу, всем-всем, чтобы Господь помогал и укреплял. И главное, конечно, чтобы была надежда. Надежда, вот как сегодня, мы сегодня живем надеждой в эти сложные дни, но эта надежда, я думаю, что нас не обманет. Валерий Владимирович, вот вы сказали сейчас стихотворение, и вы осеняете крестом детей, но по жизни они эгоисты. Ну, как часто бывает, действительно, вкладываешь в детей много, а получаешь мало. Почему так получается? А знаете, мы очень опекаем своих детей. Я сегодня приведу сегодняшний пример. В моем доме в подъезде живет приятная дама с мужем, с ребенком маленьким. И вот полная маршрутка была, но самое интересное, она встала, а ему, наверное, лет 6, а посадила его. И вот он ей что-то говорит, она его уже так опекает. Нам нужно прийти, научиться говорить детям правду, и не надо их опекать. Надо пустить, то есть оторвать от пуповины, и пусть они самостоятельно идут жить. Только поправляй, и больше ничего не надо. У меня очень хорошее стихотворение есть о сыне. Оно звучит примерно так. Порой бываю я несносен, кричу, ругаюсь и ворчу, и сына воспитать пытаюсь, и мудрости его учу. А у него своя судьба, свои ошибки и дороги, я поправляю как могу, а уже определяют боги. Раз существует этот мир, и мы живем на этом свете, проблема есть. Была и будет извечная, отцы и дети. И пусть несносен я порой, а он дерзит, меня не слышит, нет выше счастья на земле, чем сын сопит и рядом дышит. Да, это при том, что сын бывает совершенно несносен, да? Ну, что сделать? Валерий Владимирович, будьте добры, еще какие вы приготовили стихи? Мне нравится осень, я люблю эту пору, вот эту вот, когда природа подчеркивает свое очарование, это замечательно. И у меня есть такое стихотворение хорошее. Листопад осенний кружит-кружит, паутину сеток ветер рвет, лето бабе голову закружит, перекликом птичьим позовет. Птицы улетают, улетают, криками прощаясь на лету, паутинки в руки собираю и себе из них судьбу плету. Не грусти, не злись, моя подружка, то, что увлечен я не тобой, что вот так случайно эту пору я с твоей попутал красотой. Еще, прошу прощения, у меня еще одна есть тоже осенняя, она мне тоже очень нравится. Это осень, выдалась прохладной, по полям туманы полегли, повинуясь птичьему инстинкту, вдаль летят куда-то журавли, прилепились домики к пригорку,
купол церкви на краю села. Словно гимн по очереди пришедший, зазвонили вновь колокола, медный гул. По полю тихо льется, отголоски где-то там вдали, и летит по небу клин усталый. Это улетают журавли. Бабье лето, так и не сложилось. Просто, просто не было тепла. В паутинках очень не кружилось. И звонят, звонят колокола. И провожает журавлей дорогу. Мой долгий взгляд, притихшая земля. И наклонясь верхушками своими, тихонько вслед им машут тополя. Тихонько вслед им машут тополя. Но сейчас весна, Валерий Владимирович. Есть и весенние стихи, но я подобрал... Осень настраивает на созерцательный лад. А на какой лад настраивает весна? Весна. Вот вас как поэта. Движение, природа оживает. Это же большое дело. Есть и весеннее такое стихотворение. Сейчас я немножечко сосредоточусь. Давайте я не буду пока. Почему? Потому что я настроен вот на это. Хорошо, лад, а... Валерий Владимирович, тогда, чтобы мы успели, еще у нас есть время, чтобы еще звучали в нашем прямом эфире, да, ваши стихи. Вот, я был в Волхове, это где первая электростанция. Вот, я там, мне тоже этот край понравился, это недалеко от Карелии. Значит, травы пахнут тухмяно, рядом Волхов река, темные воды речки трогают берега. Лес в берегах кудрявится, травы высокие в грудь. Эх, хорошо с красавицей, да в этих травах гульнуть. Потом тихим сном забыться, радость в душе и сласть. Где ты? Где шальная юности дерзкая страсть? Сколько воды утекло, сколько еще утечет. Время нас измеряет и продолжает свой счет. Да, время неумолимо, Валерий Владимирович, но ваши стихи, они позволяют нам на какое-то время не то что остановить время, но почувствовать его не только бег, но и красоту. Ну, спасибо вам на добрых словах. Какие у вас есть еще стихи, которые... Я люблю, знаете, еще стихотворение, чтобы оно было небольшое, но емкое такое, чтобы она как-то вот создала образ. Я был в Семиизе, отдыхал. Ну и там девчата попросили, ты про Семиизу что-нибудь напиши. Я говорю, да у меня есть стихотворение «Кипарисы в строю». А потом взял и написал. Декабрь. Зимний Семииз. Тепло. На море легкий бриз. Шашлык и водка на столе. И мы, и все навеселее. И разговоры, много тем. Нам хорошо. И нет проблем. Нас радует погода, бриз, декабрь, зимний Семииз. Вот так вот и в декабре можно найти абсолютно красивые и хорошие минуты счастья. Да, там все было очень хорошо. Я могу дальше продолжить? Конечно. Ну, это то же самое. Море гудит восторженно. Рядом... Нет, море гудит восторженно, волны о скалы бьют, чайки галдят настороженно в этот осенний уют. Трогаю гребень волны, совсем забываю страх, брызги с лица стираю, с детским восторгом в глазах. Мы прощаемся с морем, золотистый закат, облака поделили, солнце на двое крат. Вот я, простите, я немножечко конечно, волнуюсь. Конечно, потому что это все-таки мы в прямом эфире, Валерий Владимирович, но вот как-то ваши стихи, они очень сегодня в тему вот сегодняшних дней, которые мы переживаем, вы понимаете? Они очень созерцательные, и, но одновременно с этим в них нет вот этой вот безнадежной скорби. Ну, как бы вам сказать... Они серьезные, но не безнадежные. В них есть, понимаете, свет. Ну, жизнь надо любить, в конце-то концов, будем говорить так. Поэтому и как-то и надежда есть, и все остальное. То есть, ну, жизнелюбом надо быть. Да, тяжело, да, что-то теряем, но все равно себя терять не надо. Не надо терять себя, господа. И я хочу заметить, что наш сегодняшний гость, поэт Валерий Мурадьянц, он не просто поэт. И в сегодняшнем таком красивом костюме, который украшает его фигуру,
Это значит то, что Валерий Мурадьянц – потомок армянских князей. Я права, Валерий Владимирович? Да. Откроем телезрителям эту тайну? Да, можно. Да. Я потомок армянских князей. Понимаете, друзья мои, не просто так, не просто Валерий, не просто гость, не просто поэт, а потомок армянских князей, но очень скромный. Ну да, у меня есть два четверостишия, но можно я перед этим зачитаю стихотворение или как со временем? Конечно, конечно. Значит, я недавно написал стихотворение, я девочке с первого по восьмой класс носил в школу портфель. Да, это было такое вот какое-то детское влечение или еще что-то такое. Первая любовь? Наверное, да. А жили мы на улице Заречная, и вот это примерно звучит так. Улица Заречная, дом на перекрестке, тополя пушистые, школьные березки, школа восьмилетка, первые страницы, круглые пятерки, были единицы. Познавали жизнь и умом, и сердцем батя, тот ремнем, мама полотенцем. Мужали, вырастали, шутили и краснели, когда нас сверстниц в школе по-взрослому смотрели. Далеко шахтерский городок, и живу в другой я стороне. Но почему-то помнится девчонка, что там когда-то приглянулась мне. Да, первая любовь – это на всю жизнь. Пусть потом складывается по-другому жизнь, но тем не менее, это как теплый солнечный зайчик, который бережно хранишь. Это, как бы вам сказать, любовь без изъянов. Да, без изъянов. Без изъянов. Валерий Владимирович, ну давайте вернемся к потомкам армянских князей, пока у нас есть время. Ну, есть у меня 24 стишия. Они немножечко такие, ну, я их прочитаю. Конечно. Я потомок армянских князей. Это все у меня в подсознании. И горжусь тем, что я армянин. И живу вот на этом дыхании. Быть достойным своих отцов – жизненный мой критерий. Милостью Божией, поэт, я Мурадьянц Валерий. Вот так, это, знаете, такая точка, это как бы роспись. Вы можете тем стихотворением… Ну, вы правильно говорите про роспись, потому что сегодняшний эфир, его просто надо подчеркнуть как-то, да? Конечно. Ну, вот мы взяли и подчеркнули. А на армянском языке вы что-то пишете? Нет. Хочу сказать другое. Мой отец был неграмотный человек, и он нас не обучал армянскому языку. Поэтому это я сейчас где-то в подсознании изучаю армянский язык, повадки, традиции. Ну и вот... Ну вот вы чувствуете свою причастность именно к армянскому народу? Где-то в подсознании. Я очень люблю песни, напевы, стихи на армянском языке. И особенно песни. Да, песни удивительные, прекрасные. Удивительные, живые. Или такие напевные, душевные такие песни. Да, но они исполнены такой пронзительной грусти. Ну, вы знаете, армянский народ прошел очень много испытаний. Начиная от... Когда турки в 15-м году начали вырезать, 1,5 миллиона армян вырезали, это же трагедия, не только для, в основном трагедия для народа, когда вырезают полностью племена, детей, стариков и всех, это трагедия. Ну, мы с этим миримся, поэтому есть такое хорошее стихотворение. Я успеваю? Конечно. Оно очень емкое, это стихотворение. Называется оно «Цаваттаном». Цаваттаном означает «возьму твою боль». Цаваттаном, возьму твою боль. Цаваттаном цена слову есть, христианскую душу имея. Мы имеем и совесть, и честь, и полет воспаленной судьбы. С перекликами тех журавлей, что, срываясь с насиженных мест, потеряли и кров, и детей, а потом с этой ношей в груди продолжаем и жить, и любить, ненавидя до боли врагов и друзей, научившись ценить. И чтоб было нетрудно понять, я прощаюсь, сказать мне позволь, цаваттаном я ухожу, забирая с собой твою боль. Вот так вот, друзья мои, понимаете, наш гость, практически мы уже уходим из эфира, но дай Бог, чтобы ваша боль растворилась в этих красивых стихах. Валерий Владимирович, все, последнее ваше такое резюме, и мы уходим из эфира. Значит, ну что я хочу? Я хочу поздравить
своих друзей, близких, поздравить с праздником Светлой Пасхи, пожелать им всего доброго, хорошего, мира, удачи, благополучия. Ну и чтобы люди не были грустные, пусть у них появляется искорка в глазах и надежду, пусть не теряют надежду. Значит, поздравляю всех с праздником, целотаном. Вот так вот. Друзья мои, сегодня у нас с вами был в эфире поэт Валерий Мурадьянц, и я думаю, что он помог вашим сердцам настроиться на духовный и, главное, радостный лад. Це була розмова на тему. На все добре.